Итак, в целом, если говорить про отношения с сотрудниками, с клиентами и отношения к работе, какое у меня личное, например, происходит, то здесь у меня довольно-таки просто всегда было и будет есть. У меня к работе такое довольно-таки фанатичное отношение, потому что, ну, если что-то делать, то это делать настолько круто, чтобы тебе под вечер, под конец рабочего дня было ощущение, что, блин, ну ты живой, что ты провел весь рабочий день, выполняя что-то глобальное, что-то классное, что-то крутое, что будет помогать людям дальше, и это будет им тоже как-то казаться это классно. И вот когда ты чувствуешь в своей работе вот эту вот такую синергию, когда клиент чувствует... Твое отношение, ты чувствуешь отношение клиента, наступает то, то самое чувство кайфа, что ты занимаешься тем, чем ты должен заниматься. То есть в моем случае это дизайн, маркетинг и предпринимательство. И это драйвит меня ежедневно, ежеминутно, ежечасно. И это доставляет мне настолько сильное удовольствие, что я сижу сегодня пол девятого вечера здесь, хотя сегодня выходной и типа праздник, но я сижу здесь. И записываю этот ролик, потому что работа меня драйвит, хотя дома меня ждет, ждет семья, но они понимают, что я фанатик, и они дают мне такую скидку. Но в дальнейшем я тоже сам понимаю, что мне придется это все восполнять. Но не об этом. Сегодня мы говорим об отношениях с клиентами, с сотрудниками, в частности. Да? И я начну с отношения к сотрудникам. С сотрудниками у меня тоже строятся довольно простые отношения. Они немного жесткие, и в то же время они веселые, позитивные. Жесткие я строю отношения по простой причине, что мне очень важна оперативность и максимальное, максимальное погружение любого сотрудника к работе. Потому что если относиться к работе так, что ты пришел, посидел и ушел, ну, долго такой сотрудник у нас не задержится. Его сама команда будет отторгать. Из-за того, что сейчас в команде есть определенный такой дух, как, знаете, там в армии иногда бывает, когда первое время новобранцы, они такие все, каждый за себя, то на, по происшествию определенного времени, там полгода к году, уже чувствуется, что это реально один коллектив один мощный коллектив, который готов выполнять любую поставленную задачу. Также в данный момент у нас в студии чувствуется это командный дух, когда мы уже решаем очень крутые, крутые и глобальные задачи. И я вижу у нас очень ясный вектор, когда мы сможем брать еще и еще больше задач. Но для выполнения больших задач, Нужен, естественно, такой, знаете, мощный тыл, чтобы, например, я или менеджеры, когда берем какой-то заказ, даже, например, выше наших скиллов, которые мы берем, мы должны жестко и четко понимать, что мы это вывезем. И с тем составом, который есть сейчас, это понимание есть. И у меня это понимание должно быть постоянно. То есть, поэтому мы... И периодически с сотрудниками проводим какие-то обучения и я обучаю они друг друга обучают меня чему-то учат ежедневно постоянно я вижу какие-то там новые новые штуки которые ускоряют и мою работу и их работу и будут работу менеджеров ускорять там и так далее и поэтому вы можете кстати заметить почему например в некоторых рекламных объявлениях связанных с поиском менеджеров дизайнеров 3d дизайнеров и еще кого-нибудь я часто пишу матно, и я позволяю себе какие-то жесткие словечки. Это все связано с тем, чтобы на старте отсечь всяких нытиков, которые ноют на условия труда, на мир, на президента, на какие-то там еще другие штуки, что там жена у него ушла, еще что-то и так далее, так далее, так далее. То есть вот такие нам сразу, вот дверь там, и вот давайте сразу вот туда. То есть мне такие не нужны люди команде такие люди не нужны. Даже мы, если такого возьмем, то он сам как-то со временем отпачкуется. Ну, он не приживется здесь. И поэтому, чтобы даже таких максимально на старте отсекать, у нас и выходят такие довольно жестковатые объявления. Но мы продолжаем рвать, и я думаю, еще пройдет некоторое время, и мы станем топовой студией в России. А может даже и номер один. Ну, как минимум номер два, ладно. Ну, номер один Думаю, годочек, и мы станем номер один. Если говорить про отношения к клиентам или отношения с клиентами, то здесь тоже довольно-таки все просто. Знаете, когда вы заказываете, точнее, даже вызываете какого-нибудь электрика к себе домой, у вас есть два варианта. Да? Либо вы ему говорите, что, друг, вот просверли мне розетку да, в полу, мне нужно там, или в потолке. Да? Но он вам говорит, что, друг, ты будешь всегда спотыкаться об этом, или там ты никогда не дотянешься до потолка, но он может это сделать. Он может просверлить в полу, он может просверлить в потолке, и вы будете этим дальше сами пользоваться. Но есть второй вариант, когда вы его зовете и говорите, друг, вот у меня там стоит телевизор, и мне где-то, где-то, а лучше всего, скорее всего, ты знаешь, на какой высоте и на какой длине от косяка установить именно розетку, и ты, пожалуйста, сделай это. И тогда, естественно, вот этот электрик он сам возьмет, все просверлит, установит, и также уберет за собой, и с, с веселым лицом, с довольной улыбочкой, он пойдет дальше на другие заказы, да, понимаете? И поэтому у меня к клиентам отношение такое же, то есть, ребята, либо мы делаем вам, оказываем какую-то услугу с максимальной отдачей используя весь накопленный опыт в том числе у меня опыт, там, более 10 лет работы в дизайне, в маркетинге, и более там, 5 лет работы предпринимателем, когда у меня были всякие факапы, да? либо клиент нам говорит, что нам делать, и мы просто берем и делаем, что ему нужно. И вот этот весь багаж, весь багаж опыта мы не используем. Но только появляется вопрос, зачем мы здесь? Когда клиент может обратиться, ну, не знаю, к каким-нибудь студентам, и студентам то же самое все рассказать. Понимаете? Здесь все зависит от того, даже не знаю, как это объяснить-то. Просто мы не со всеми клиентами работаем. Некоторых клиентов мы даже на старте можем сказать, что ребята, воу-воу-воу, они... нет, вот здесь все, мы закончили, и дальше мы с вами не работаем. Потому что, потому что мы не подходим друг к другу, даже на старте. И здесь нет ничего плохого. Просто мы не совпадаем, не знаю, там, духовно, морально и как-то еще. Мы просто... У нас разные взгляды на бизнес. Потому что если мы занимаемся классно своим дизайном, маркетингом, мы в любом случае будем погружаться в бизнес клиента. Если клиент нам на старте говорит, что, ребята, я вам ничего не скажу, просто делайте дизайн, то мы ему скажем, друг, Обратись, пожалуйста, к другим. Давай мы не будем тратить свое время. Ты не будешь тратить время на нас. И все. Здесь, в принципе, отношение очень простое. Сделать все максимально круто, чтобы на этом дальше зарабатывать. Мы будем зарабатывать это как на кейсе. Клиент будет зарабатывать на наших услугах, ну, на дизайне. Все довольно просто. Поэтому... Смотрите мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь. На что подписываются обычно? Я уже вроде сказал.